Сегодня, в преддверии Дня национальной дамбры, в городском доме культуры имени Экласа Дукинула был организован конкурс юных дамбристов. Его цель заключается в широкой пропаганде казахского искусства среди подрастающего поколения, поиске и поддержке молодых талантов и талантливых исполнителей. Подробнее в материале. Дамбра для каждого казаха – это сокровенный символ принадлежности к великой нации. Ее звуки способны донести глубинные смыслы бытия и задуматься о вечном. Так было во времена кочевников, и так остается до сих пор. Дамбра с древних времен сопровождала казахов и в горе, и в радости, через мелодии рассказывая историю народа, передавая из поколения в поколение его традиции и незыблемые ценности. Сегодня в честь Дня Дамбры в городском доме культуры проходит конкурс «Ки-Кудрета». Подобные мероприятия, несомненно, способствуют популяризации нашего национального инструмента, возрождают интерес подрастающего поколения к игре на дамбре и вообще к ее жанру казахского музыкального искусства. Мы должны этот интерес взращивать и прилагать все силы, чтобы сегодняшнее поколение не забывало свои корни, и музыкальные в том числе. В конкурсе приняли участие подростки в возрасте 9-12 лет. Каждый по своему выбору исполнил кюи таких выдающихся личностей, как Таттымбет, Дәулет Керей, Курмангазы, Сагарбайұлы. Этот конкурс стартовал 2 недели назад и все это время тщательно готовился. Я родом из села Карабулак, Талдыкорган, Алматинской области. В 9 лет мама привела меня на дамбру. Я прошла уже 4-й курс занятий по дамбре. Я готовилась к этому конкурсу 2 недели. Подготовила кюй Абенова Жильдерме. Желание участвовать изъявило свыше 19 человек. По решению жюри были определены победители. Вручены призы и ценные подарки. Конкурс прошел на высоком уровне. Данасамат Мажан Орумбасар, Нурлан Бектурсын, 77 News.